Здравствуйте, мои юные друзья. Сегодня мы будем слушать Серегу Пирата. Два трека, как всегда. И первый будет «Я кричу, остановите катку». Перед тем, как я это буду слушать, напоминаю вам о том, что я написала две книги. Одна «Солнышко мое» про наше поколение, а вторая «Без границ» про ваше поколение, про ваших кумиров, про вашу жизнь и про ваши отношения. Также, помимо кумиров, есть еще одни кумиры, типа Сереги Пирата и Ильи Мазелова. Они попали как герои в мою книгу, и поэтому проходите по ссылке под этим видео, скачивайте книги, читайте и рекомендуйте друзьям, помогайте мне их распространять. Ну, помимо этого, напоминаю вам о том, что у Максима есть игровой канал. Вы тоже можете по ссылке войти туда к нему, поиграть и тоже помогите ему раскрутить его канал. Ну, а мы начинаем. Я кричу, остановите катку. Думаю, что-то я музыку такую слушала. Мы ж недавно слушали, выбирали, что там Серегина, а что нет. Что мне понравилось, а что не очень. Песенку выбирали, короче, лучшую. Я сразу вспомнил. Дотка, как дотка, несет нас опять по новому кругу. В ранкет матчмейкинг. Снова в лесок идет фармить ублюда. Мы ведь тоже хотели пофармить крипов, но, увы, мы только смотрели, мы теряли бараки. Когда ты нам сказал, скоро выйду, терпите ебаные раки. И я кричу, остановите катку. Что такое остановите катку? Я уже въебал эй, лесничок, заканчивай фармить. А он смеется, вольщат, как еблан. Еще одна слитая катка. Последние крипы. Ты уехал в ЛП. Ну а я нажму снова поиск. Лови мут на прощание. И вышли из лобби. Кто там побежал? Аладдин? Так достали. Мы с тобою одной и той же породы, да. Но мы так не похожи. Я надеюсь, ты скоро сольешься. И мы не встретимся больше, да. И я кричу, остановите катку. Эту игру я уже пью. Кому там помочь? Эй, лесничок, заканчивай фармить. А он смеется, вольщат, как еблан. Шел и пришел. Зачем он туда пришел? Серега, ты зачем его туда привел? Все, вот это что это было? Что это? Что это? Кстати, ты спросила, что такое катка. Катка можно в двух словах сказать, это раунд в игре.
Понятно. Надо было раньше остановить, чтобы он туда не дошел. Ну, я уже, кстати, один раз говорила, и сейчас говорю, это такая замечательная находка. Вот как бы играет человек, играет в эту доту, да, а потом взял и начал песенки про всякие истории, которые там происходят, проходить, да? Ведь это же вот, блин, молодец. И все, и понеслось. И это как бы нескончаемая тема для новой песенки. Прошел какой-нибудь раунд, с тобой там что-нибудь еще случилось между делом, и ты про это не просто рассказал, но еще и сочинил. Вообще замечательно. Особенно для тех поэтов, которые... Вот я, например, поэт, зовусь Отцветик, и поэт, даже сказку написала, которую там же выложила. На моем канале есть моя сказка. Вы ее можете послушать в моем исполнении. Вот. И вот Серега, видимо, умеет и песенки писать, да еще и петь их может. Ну, молодец. Давайте послушаем следующую песенку, а потом я их сравню. Итак, вторая песенка называется «Рассел Кроу». Ну, и я, соответственно, потом сравню эти две песенки. Ну, кстати, первая песенка, даже сейчас могу сказать, первая песенка, она такая достаточно... Конечно, он там тоже откуда-то ее скоммуниздил, но она получилась достаточно мелодичная. Я уже стала привыкать к Сереге Пирату и уже не сильно его ругаю. Они надеются, что время придет. Понятно, это тоже из этой серии, да? Так как я обо всем, они не верят, что я слишком умен. Они не знают настоящих имен. Они молчат, как только я говорю. Но за спиной они в меня плюют. За спиной. Я за этого, он в прошлой игре обжег себе ножки, но остался жив, судя по всему. Тех ваших интриг, они считают, что ебаный фрик, они кусают жад на локти свои, они пиздят на мой созданный мир, но даже если интересно, кто тут положительный герой, а кто отрицательный? Хоть бы мне говорили. Вот тот, который сейчас был, тот, который в катке был с этой штукой, и с кем он сейчас дерется. Что-то их тут много, героев. Я вот за этого, который с черепами. Так, ну, если сравнивать, то первая песенка, она была такая более насыщенная, и как-то в ней и мелодично, ну, и тут вроде мелодично, но как-то было коротко. Та песенка была как-то посерьезнее, мне кажется. Поэтому той я поставлю 5, а этой 4. Вот такая я добрая сегодня. Всем пока!